Смотри, какая большой. Да надо принять. Мама, мам, мне поставили на журнал столик, который добавили кота.
тебя, Игорь. Рулетка откуда-то. Я заберу. Давай такой. Давай такой. Можно мы сейчас построим, и зрителям покажем. Зеленый. Подавай зеленый. Подавай зеленый мне. Подавай. Спасибо. Спасибо. Вот сядь. Нет, там это не надо. Мы по коробочке идем, по этой. Так. Соски. Надо. Это нет. Там у нас получается почти что машинка. Да. Классно. Сюда там. Нет. Сюда. Там. А тут не построили. И тут не построили. Нет, желтый надо. Нет. Вот так. И голубой. Ой, там они неправильно сделали. Он теперь голубой. Помогай. У тебя? Да. И вот. Так, еще желтый. Давай показывай зрителям, да? Смотрите, как у нас получилось. Вот так у нас Томочка получилась. Покатимся. Да. Так, теперь будем уточку делать, да? Да. Там мы покажем. Будем уточку делать. Видим. Все. Сейчас будем уточку делать. Да, уточку делать. Или грузовичка. О, давай там вот этого грузовичка. Да. Еще вот так. Пойдите. Это самасу. Давай поможем. Ага, давай поможем. Еще хлебную положу. Так.
Капелька водички. Это водички. Папа, я пишу водички. Мало, что приятно. Жень, давай, давай будем завтракать. Дарин, просыпайтесь. А Алинку бесполезно будить, спать будет. Саня тут что-то приклеила уже. Куда-нибудь другое место, что ли, приклеить. Вот так. Все спят. Давайте. Одна Саня давно проснулась, играет. Доброе утро. Я с утра уже успела голову помыть. Голова привыкшая мыться каждый день. Утром встаю уже все, вся сосульками, ну, как бы висит. Приходится мыть каждый день. Конечно, это вредно. Надо уже подкраситься. Мам, смотри. Такая у нас получилась картинка. Вот, умница, умница. Какая картинка получилась. Я делаю еще машинку, уже показываю. Ага, доченька. Сделай, пожалуйста. Одень очки, доченька, одень. Да. Мы сегодня завтракаем яйцами, потому что вечером ели кашу. Дети не захотят кашу, 100%. Тут уже приготовила, сейчас мы будем кушать. Женечка проснулась, когда мы уже позавтракали. Ой, все. Хотела снять, как коты спят. Настя пришла, тут разделась. На дискотеке была. У нас теперь дискотека будет аж до 8 числа. Каждый день девчонки бегают. Хотела показать, Настенька тут спит. Как она спит. С Диминой фотографией. Да, и там есть Димина фотография. Угу. Вот такой у нас Дима красавец. Так, стирку все. И носки. Так. Девчонки встанут, приберутся. Я не слышу, что ты сказала. И валяются и медведь, и все тут. Ну, черт, их у нас тут чисто. Да, Открыла бы, помогла.
И еще одна в телефоне сидит, а? Да. Тяжко дается интернет, да? Да? 8. Алина говорит, все показывала. Саня, ты же неправильно сделала. Кот единорог? Да. Ага. Скажи. Классно. Меня просили нарисовать Скуби-Ду и единорога на камеру. А ну, между прочим, нужно на альбомных листах. У нас штук 5 альбомов. Мне нравится на таких рисовать. Ну, ты только не теряй тогда. Так это же на замочках ударяем. Так, мы собираемся обедать. Стираю куртки, детей такие грязные. Но боюсь, они до садика опять станут такие же. У нас сегодня картошка. Я вчера собиралась тушить. Капусту занесли. Правда, она не вся успела разморозиться. Половина в холодильнике стоит. Кушай, кушай. Огурцы, помидоры у нас уже пропадают. Надо все доедать. В магазинах ничего нового даже нету. Никто не ездит в магазин. Даже колбаски не купить. Пустые магазины. Прям вообще ничего нету. Ну все, мойте руки, будем кушать. Все, не балуйтесь. Все, давайте. Давайте обедать будем. В следующий раз курица. Есть прям не может. Там пахнет. Ничего не пахнет. Хорошая свежая свинина. Поехали мы в магазин. Так, по мелочи надо купить. Спички закончились. Там остался один коробок. Может, еще что-нибудь купим? Я говорю, одень шапку нормально. Нет, как дурочка. Так, с Василька костюм, Настя говорит, заношу до дыр его. Удобный, мягкий, да? Теплый. И кофта это, наверное, тоже. А это снючика кофта. А, Жуля, привязали тебя? А? Я говорю, Жульку привязали. Ты что, оставила вчера воду? Вчера приходил Димин отец, а Жулька отпущена была. Насте пришлось провожать. Я даже не знала, что она отпущена была. Но она бегала? Ну. Ну, я же говорю, надо проводить. А так приходил. Она вот не убегает, да, никуда? Не, бывает где-то бегать далеко. Ну, в смысле, возвращается же? Ну, да, возвращается, ага. Маша такая, Дарина. Так, следи по сторонам. Дома там орёт. Я тоги поеду. Папу я забрал к себе. Поснимаю нового водителя. Куда едем-то? В Аксет. Собака тоже бегает, отпущенная. Хорошо, прохладно, но снега нету. Скоро тоже нам дрова заказывать. Всегда зимой заказываем дрова на следующую зиму. Надо было с той стороны поехать, там показать эти поделки зимние. В том году так много делали, а нынче вообще мало. И что-то нету результатов. А вообще был конкурс? Да, а вот есть немножко. Ой, как красиво. О, молодцы. Сейчас
Сейчас там сейчас будем с юности выезжать. Там по левой стороне тоже. Ну там так, просто, видать, горку сделали и разукрасили ее. Mm-hmm. Ой, были бы мы помоложе, тоже что-нибудь делали. А так уже. Ну раньше же в садик ходили и ко мне все стряпали там. Мы молодые были, господи, нам было-то под 40 обоим. А в том году мы с Димой ходили? Ну да, да, с Алинкой, по-моему, еще. Посмотрим где-то еще. Там еще, когда с Боготола заезжаешь, тоже по левую сторону, огромный Дед Мороз. Чухтете? Да. Я ее даже не видела, когда приехала. Ну, может, не посмотрела, там по левой стороне. Вот. Ну, говорю, так, маленько совсем. Ну, горка-то смотри, какая хорошая. Ну, и там, смешарики. Ну, там смешарики какие-то. И прям ага. Сразу под машину. Также в городе на остановке стоишь. Автобусы подъезжают, подходить к нему. Скользко, капец. Угу. Алина моет посуду. Что-то там искала, искала. Съездили мы в магазин. А, я думала, она в бутылочке будет. Вон какая. Нет, нет, вот это есть. Угу. В общем, хотим мы сделать салат. У нас есть дома морковь, есть капуста свежая своя. Вот купила я чим-чим вот этот для моркови. Взяла я хлеб. А где еще одна булка хлеба? Вот и вот. Нет, еще должна быть одна. Я думаю. Убрали уже. Убрали? Нет. Да вот все, что было. Капец, значит я. Саш, прекрати уже, хватит. Значит, я положила в пакет и оставила там хлеб. Ну ладно, будем есть, что есть. Надо же, а хлеб не купила. Хотя ведь стояла около прилавка, сама ложила. Взяла я спички, на спичке своим кончается. Детям бананы. Том их как давай просить, а у меня нету. Всевозможных макаронов, оно маленьких, вот, и вот эта колбаска пойдет на салат с морковки и капусты, и чуть-чуть колбаски туда идет. Ну и вот взяла Тесс. У нас есть, Вася запаривает себе там вот большой, Наталья Васильевна присылала, а дети как-то ну больше любят такой вот, да, с пакетиком, удобный им. В общем, купила. Взяла я также клей. Не знаю, пойдет, не пойдет. В общем, такой, чтобы приклеить домик. Димка звонит? Нет. СМС-ка присылала. Ну? В наряде опять стоит, нет? Еще стоит. А они что, не спят там в наряде? Почему? Они меняются каждый там час, сколько-то. Ну ладно. В общем, вот такие у нас покупки с Настей. Хотели антенну купить. С приставкой. Вася говорит, нет, он еще не приготовил там ничего. Чтобы антенну поставить, надо на крышу лезть и устанавливать шест такой металлический. Ну все, будем ждать баньку и готовить салат.
мы совсем недавно купили вот такую терку. Многофункциональная, со сменными лезвиями. Вот она. И, ну, у нас не было до этого. Тут надо сок выдавливать. Наверное. Вот натерли мы морковь. И сейчас устала. Вот сейчас зальем вот этой. И будет у нас морковка. На камне спала. Ну, пойдем, пойдем. Тебе спал. На камне спала. Угу, Тома говорит, устал, что у него голова болит. Том, что у тебя все голова болит, скажи мне. Спал. Айда маме на ручки. Айда. Кот там сидит. Хочу спать. Спать хочешь? О. Пойдем посмотрим, чем там девчонки занимаются. Магазин играет. Так ты кто, покупатель или продавец? Я продавец, а она покупатель. А что вы все постели расковыряли? Эй, это не важно. Это не важно? Да. Подожди, Саша, я как говорил, открыли новый магазин. Открыли новый магазин. Приходите. Здравствуйте. Можно купить у вас? Вот это. Вот Саша фотография под зайчиком. Бисер вот покупайте. Ой, думаю, не надо пальчики допихать. Вот, что, там. Да. Что там девчонки продают, что покупают? Вот, смотрите. Ну, постель была правильно, что дети. Вот здесь вот колечко. Что там постель твоя, да? Когда у них игра важная. Важная игра. Вот колечко. Хочешь, я в магазине музыку включу? Нет. Только в магазине бывает. Бывает. Скажи, бывает. Конечно. Обычно даже камеру не включить. Везде в магазинах музыка играет. Потому что, чтобы веселее было. Да. Зена, ты продавайся или что? Продаю его. Покупайте. Саша, надо сумками ходить в магазин. Вон, Саша, вон, возьми корзину. Да, у нас корзина есть, в магазин ходить. Много, Саша. Скажи, Саша, ты умеешь говорить? Играют дети. Так, я пошла стирку новую заправлять. Это Дарина, чудо мое. В общем, забыли мы снять конечный, как это сказать? Результат? Нет. Окончание нашего влога. И поэтому мы сейчас, да, Ариночкой, скажем всем до свидания. Ты хотела тут что-то слушать? Ну ладно, давай скажи всем до свидания. Всем пока-пока. Да, до свидания. Говорим тихо, дети все спят. Всегда завтра.